Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 58. Рассмотрите форзацы учебника. Вспомните, что вы уже знаете о гласных звуках и буквах для их обозначения. Когда мы посмотрим на форзацы учебника, то увидим, что у нас есть город звуков, и в нем живут звуки, в том числе и гласные звуки А, О, У, И, И, Э. А также в нем живут, а также есть еще один город, в котором живут буквы. И живут гласные буквы, которые вот мы видим в данном домике. А, О, У, И, Э, Я, Ё, Ю, И, Е. Итак, что же мы знаем о гласных звуках и буквах? Мы знаем, что гласный звук состоит только из голоса. Он поэтому имеет такое название «гласный» от слова «голос». При произношении гласного звука воздух проходит через рот свободно, без преград. Воздуху при прохождении ничего не мешает. И гласные звуки обозначаются буквами, вот, которые живут в данном домике. А, О, У, И, Э. Я, Ё, Ю, И, Е. Ну и еще мы должны сказать о том, что гласных звуков у нас 6, а вот букв, которые используются для обозначения гласных звуков, их 10. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.